Дорогие друзья, в это нелегкое для всех время, мы все так же продолжаем публиковать для вас актуальный контент про значимые события из жизни знаменитостей. Нужно признать, что текущий год стал настоящим испытанием для многих. Каждый день мы сталкиваемся с печальными новостями об уходе поистине великих людей, которые на протяжении всей своей жизни делали вклад в культурное развитие нашей страны. Вот и сегодня, с огромным сожалением, мы вынуждены сообщить вам об уходе прекрасного человека. На 72-м году ушел из жизни советский и российский режиссер и сценарист Игорь Москвитин. Игорь Москвитин родился 25 июня 1953 года в Пятигорске. В 1975 году окончил Ленинградский театральный институт, режиссерский факультет. С 1998 года снимал как режиссер. В его активе несколько сезонов популярного криминального сериала «Улицы разбитых фонарей», начиная с самого первого. Снял несколько сезонов популярного проекта «Агент национальной безопасности». Также снял сериалы «Дорожный патруль», «Дознаватель», «Цвет пламени», «Личное дело капитана Рюмина», «Охотник за головами», «Чужой район», «Посредник», «Литейный», «ППС», «Отставник», «Ветер северный», «Гаишники», «Криминальный журналист», «Седьмой гость», «Идеальный враг» и другие.